Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствуем всех. Да, Барцаборовы. Да, да, Бергтивель. Тебе, Реджеп, но будто да, да, Бергтиболь. Обачу, амбалш, ибада, совья, да, лиман, луэлвайн. Да, вовши, да, шер, дизер, тишер, луэлвайн, да. Прямой эфир, да, да. Azt mondja, Sean Elcsi, Dajan Zám, de jó csán, de gdó, hogy mocsal hala én a vajdon. Hogy sinta mú, hogy nádr dó, hogy dó. Itt om csú, mú, hogy nádr dó, hogy de rá szabol csán, itt om gyn bács, ide, itt om csúbás, jók át, de lecs. Болчер тяхинч доона, хинци доона, шейда ишлилин, я так уйошку доон. Ишмирш фон эльчи, тадай доон, бах, бахаш буиш, тадай доон. Чубах китнеш буиш, тадай преследуат бинеш буиш, бузовдин бандош доон. Тагана доона, ака вейн, массарна доон, муртач до, мунафиш до, ал, я ядич доона, цац, соцчаш доона, каналштина, камилш, Динеш букш доона, тахана, дэлэ доона, ши баку туолош, йогуц агуч бэхак доона, семья янгурбаевах доона. Иш вездио цумшалари, це дин цахалари, це гиллак цахалари, иш бусаб цахалари доона, гуч дэхнак дэл доона. Он дэлчи, це цанк оталай чумнума доона, буорг доона, дэлэ ват, дэлэ ву элэ адам доона, бэрт бэшт адама, управлять дарам. Придумать днем дубош, камел дяш хельчи, и дел на алтхиллаце ашел чейт айн хумидо. Так, тан, сатамба, тамба, арун двелир, твоха бишен дуалдон, сатамба, арун двелир, садон, са идеи хуердон. Царе, са устаз, кай гурахи, мотбяч, уэльч, арвелир садон. Уж бай, вавери мина, ичкири дон, бай, нас, уж дон, Второй военной кампании от начала до конца дона, еще и наш дейна дон, дар мула дона, дюнячва, свой мельвери, сейн Эйсборг, мельдешт, сей тяхенгия дона, дон, омар дин, весету, и вабишен, дуала, па айомар дон, дейл салмар, уш бэй анчуна, уш бэй, сайц туан бэш, вельчуна, ёлтмани, ю эл дейла, цан дуал дайн туан бэ дона, хизэл. Тахана, янгурбайвар, Шейт до артиллерищу, артиллерищет, уж безбожник, уж, но он, ну, они, да, он полностью поддерживает терроризм, экстремизм, да, он. Царь, да, он, Богу, да, на что они призывают людей, да, он. А на самом деле, кто они сами являются, да, он. Это уже, да, он, факт, да, он. И с кем они работают, кому они подчиняются, да, он. Вот. Если я называю себя пехотинцем Путина, да, то я мунафик. Если они, да, он, с Каляпиным, Милашиной, да, он, сотрудничают вместе, да, он, гуляют, да, он, и так далее, то они хорошие люди, да. Я служу своему народу. Я раб Всевышнего, я слуга своего народа. Я и всегда, да, он, вот мне нравится это говорить, повторять, вот, и именно из-за того, что вам не нравится, что я так говорю, я пехотинец Путина, да. И я это доказываю и буду доказывать, да. При любых обстоятельствах, при любых случаях, да. Поэтому, да, я ночью коми босс. Так, устаз глобал вещь получали. Хурама, да, хочет усать. Яхар, да. Дир, Иисус, да. Я видел, ладуачи. Так, ладуга, хан, хаз, тана, цар, дона, устаешен, бог, из басаев себех, хатаб себех, цаму себех, цар бог. Они хуже опасны, дон, чем басаев, хатаб. Если, дон, басаев террорист, хатаб террорист, то они террористы, дон. Вот, я призываю те государства, которые их скрывают, чтобы они, да, побыстрее, да,
передали их, Дон, к нам, Российскую Федерацию, Дон. Против них возбуждены уголовные дела, Дон. Я почему это говорю? Потому что любой чеченец, не называющий себя чеченцем, а являющимся, Дон, чистокровным чеченцем, он их не оставит. Тем более муриды, Дон, наших устазов, двойне не оставит их, Дон. Поэтому, чтобы, Дон, у ваших государств не совершали преступлений, потом вы не обвиняли Российскую Федерацию и Чеченскую Республику чеченцев, выдворите, пожалуйста, этих шайтанов. Выдворите, Дон, чтобы, Дон, потом не было, Дон, недоразумений, Дон, между государствами, Дон. И еще раз обращаюсь к правоохранительным органам, спецслужбам. Почему вы до сих пор, Дон, не возбуждаете уголовные дела против Каляпина и Милашина, Дон, против новой газеты «Дождь»? Они же вам факты, больше какие факты нужны, что они являются террористами, способниками террористами, Дон? Куда вы смотрите? У нас в Чеченской Республике каждого подозревали, Дон, и задерживали, Дон, считали пособниками, Дон. До сих пор определенных нам генералов нет доверия к нам, Дон, еще, Дон. А почему, Дон, если у него фамилии, Дон, Каляпин или Милачина, или там, не знаю, кто-то, их должны, Дон, оставлять, Дон, без наказания, Дон? Потому что они являются западными агентами, Дон. Почему? Потому что за них стоят там европейские, западные государства, Дон. Мы же отдельное государство, суверенное государство, Дон, ядерная держава. И так против нас, Дон, они все государства, Дон, объединились против нас, Дон. Они сколько лет, Дон, против нас ведут санкции, Дон. Против компаний, против, Дон, личности, Дон, против лошадей, кошек, Дон. Что еще, Дон, они могут? Больше они ничего не смогут сделать, Дон. Все, что они могли, могут, они делают, Дон. И то, что они сегодня ведут, Дон, вокруг Украины, Дон, политическую, Дон, такую там атмосферу, Дон, вот-вот начнется война, Россия, Дон, хочет это, Россия хочет другое, Дон. Они сами создают и сами заставляют, Дон, начать военные действия, как они это делали в Сирии, как они это хотели делать в Египте, как они это во всех государствах, Дон. Почему с Афганистана, Дон, американцы ушли? Сбежали, оставили, Дон, террористам, Дон, так как, Дон, они их называли, Дон. Оставили целые военные базы, самолеты, ну, не знаю, тяжелые артиллерии, Дон. Все, что необходимо для военных действий, американцы оставили афганцам и сбежали оттуда, Дон. Почему? Последующие годы будет ясно, почему так это случилось, Дон. У них со всеми есть договоренности, Дон. Они ведут борьбу такую, Дон, подлую, Дон. Вот они есть, вот и все остальные. Они хозяева всего мира, Дон. Хозяин всего мира, Всевышний Аллах, Дон. А мы все рабы его, Дон. Поэтому каждый чеченец должен, Дон, показать, насколько он чеченец, насколько он мурит своего устаза, насколько он любит его, Дон, и высказаться, Дон, я считаю, Дон. А я вам официально заявляю, Дон, они хуже, чем террористы, Дон. Где бы они находились, Дон, как бы они скрывались, мы их найдем и уничтожим. Они террористы. Или сами пусть приедут, сдадутся. Правоохранительные структуры получат по заслугам, по закону. Другого, Дон, не дано, Дон. Они даже, я не волаю, Дон, просто слов нет, Дон. Покажите свою гражданскую позицию, Дон.
Вы же помните, как мы жили, Дон? Какой был авторитет чеченского народа, Дон? Здесь шайтаны, здесь федералы, здесь это, здесь другое. Утром они, вечером другие. С нами никто не считался, Дон. Благодаря Ахмаду Хаджи и президенту Владимиру Путину, Дон, мы провели референдум, определились, Дон, сделали свой выбор, встали на ноги, начали строить новую экономику, Дон, решать социальные вопросы, Дон. Сегодня Чечня по всем направлениям, Дон, в лидерах, Дон, Российской Федерации, Дон. И каждый день улучшается жизнь, строятся новые, современные, Дон, объекты, школы, детские сады, спорткомплексы, Дон, дороги, Дон, мечети, медресе, школа Хафизу. Руководство призывает народ молиться, ходить в мечети, изучать религию, ислам, Коран, Дон. Такого, когда было во все времена, послушайте, почитайте историю, Дон. Что нам еще не хватает? Зачем нам нужны эти чертовы, Дон, шайтаны, Янгульбаевы и тому подобное, которые сидят, Дон, поддакивают, Дон, их заставляют говорить, Дон, все, что они говорят, Дон, их заставляют, говорит Дон. Они никто, и поэтому, ну, чтобы раз и навсегда история знала, Дон, народ должен высказать, Дон, каждый гражданин, каждый житель республики свою гражданскую позицию, Дон. Будете говорить, не будете говорить, когда Ахмад Хаджи стал против этих шайтанов, Басаева, Хатаба, Дон, международного терроризма, которые были из 58 стран республики, Дон, с Ахмадом Хаджи рядом был 4 человека, Дон. Я был старший, Дон, среди них. Но потом, последующим, хвала Аллаху, Дон, справедливость восторжествовала, Дон, и народ стал рядом с Ахмад Хаджи. И сегодня тоже поддерживает путь Ахмада Хаджи. Да, Аллах, вы его нет на урду. Вы цан дек за большой дурят, вы амхизаду туда, цанги баш улять мух милх агалджи, Дон. Для нас самое важное – это благополучие населения. Как сказал наш Ахмад Хаджи, да, злоблагодарится на ценицам уля на Халнава Сидон. Да, мула, веда има, Дон, бърт Амадаш, бърт Хинстаган, Дон, бърт ба Юштац, Дон, цама ба Юштац, Дон, таган, Дон, хум зам, если сегодня он не видит, Дон, и не слышит, Дон, из него уже человека, Дон, не получится. Поэтому его место под землей или в камере. Да, мол, так и будет. Аллаху Акбар, Ахмад Сила.